Здравствуйте! Сегодня хотели бы поговорить о самых частых вопросах по поводу кардера. Первое – это как закрепить кардер на столе при помощи трубцин. И второе – как накрутить ручку. С трубцина помещаем в специальное отверстие и закрепляем при помощи винта. Теперь кардер надежно закреплен на столе. Теперь закрепим ручку. Вкручиваем по часовой стрелке. Далее закрепляем при помощи шайбы и болта. Теперь кардер готов к использованию.